С первой полосы на вас смотрит победительница проекта «Хочу новый образ. Перезагрузка». Ветеран Северского трубного завода Татьяна Фоминых советует всем: взгляни по-новому на мир и на газету. Эмоции и выводы победительницы после примерки нового образа читайте на странице 20. Почему уходит на каникулы акция «Покорми меня»? Как рассчитывается новая цена на проезд в общественном транспорте? Что за фильм снова снимается в Полевском? Эти и другие новости читайте на второй и третьей полосах. Юным дарованием «Зеленый свет» поддержит в начинаниях попечительский совет. Уникальная общественная организация отмечает 20-летний юбилей. Что сделано за это время советом и кого награждали, читайте на странице 4. Закончен отопительный сезон, аварий больше, сверхнормативные потери тепла и воды растут, а с ними и долги. Кто кому и сколько должен? И что делается для того, чтобы переломить негативную ситуацию? Разбирались депутаты на комитете по городскому хозяйству. Об этом читайте на странице 5. По какому графику вывозят строительный мусор с контейнерных площадок? Кто следит за порядком в городском парке? Зачем рубят лес за южным кладбищем? Рубрика «Разбираем почту» отвечает на вопросы читателей на развороте 6 и 7 страниц. Как газета праздновала юбилей? Фоторепортаж с долгожданного дня 90-летия «Рабочей правды» смотрите на 8 и 9 полосах. Из хобби в бизнес. В День предпринимателя расскажем о том, как открывать свое дело и стать самозанятым. Подробнее на странице 19. А вы знаете, как усмирить реку? Если нет, тогда стоит огреть вас веслом. На странице 21 читайте и смотрите отчет наших туристов-водников о посвящении новичков и о погружении в бурные воды башкирских рек. Ее мама работала в госпитале, а потом кормили и присматривали за ней соседи. А после победы в каждом дяденьке она хотела видеть папу. Полевчанка Людмила Кузнецова рассказывает о письмах отца и о своем военном детстве на 23-й полосе. Кому не хватило рассады, а у кого-то картошка от посадки осталась, всем помогут наши объявления. Бегом на странице 24-26.